Татьяна уже давно закончила школу, но ее профессия тесно связана с литературой. Она библиотекарь. Женщину очень огорчает, что в последние годы люди меньше читают и, как следствие, становятся менее грамотными. Узнав о проведении городского диктанта, Татьяна решила проверить свои знания орфографии. Во-первых, самое интересное, насколько помню все школьные правила, насколько все это не забыто, но я так считаю себя грамотным человеком. Вот решила. Как считаете, это полезно вообще? Это нужно делать. Это каждый год надо делать. Потому что люди у нас перестают читать, следовательно, перестают быть грамотными, и поэтому вот это вот, я считаю, необходимо. Желающих проверить свои знания оказалось более сотни. Аудиторию предоставил один из самарских вузов. Тема диктанта «Моя любимая Самара» была приурочена ко дню города. А текстом послужил отрывок из книги архитектора, художника и краеведа Вагана Каркарьяна «Прогулки по старой Самаре». У нас задачи совсем другие, просветительского характера. То есть привлечь внимание общества и средств массовой информации к проблеме грамотности, проблеме грамотного письма. То есть мы говорим, что писать грамотно – это модно. В рамках акции диктант напишут также во всех школах, учащиеся 10 классов. Конфиденциальность результатов организаторы гарантируют. Узнать о них можно будет до мая 2015 года. Валерия Квасневская, Константин Головин. События.